Привет! Это игра под названием «Растения против зомби», и я решил ее пройти. Игра достаточно старая, но хорошая. Довольно давно хотел за нее взяться, но никак не было времени. И вот, наконец, дошли руки. Приступим. Начать приключение. Так, супер. Она вроде не особо длинная. Потом можно будет взяться за вторую часть. Вторая часть есть только на мобильной платформе. Нас обучают. Настройки здесь достаточно скудные. Отличная работа. Продолжайте собирать солнце, оно вам понадобится, чтобы вырастить больше растений. Не дайте зомби дойти до вашего дома. Мне кажется, игра какая-то темная, нет? Хотя, возможно, просто кажется. Давайте, гасите его. У него никаких шансов. Здесь даже уровень сложности выбрать нельзя, кстати говоря. Такие вот дела. Надеюсь, очень быстро закончится обучение. И мы уже перейдем к основной кампании. Последняя волна. Хватаем. Неудачники. Куда же вы идете? Получили новое растение. Дает дополнительное солнце. Подсолнух. Продолжить. Это ваш дом? Да, да. Мы их не пропустим. Теперь у нас есть три дорожки. Подсолнухи очень важные растения. Я знаю. Лучше сразу посадить штучки три. Это будет очень полезно. Спасибо большое. Чем больше у вас подсолнухов, тем быстрее вы сможете сажать растения. Все, давай. Три штучки у нас есть. Или нас заставят больше сажать? Я не против. Если зомбаки пока не идут. А, все, вот они сейчас пойдут. Может, я успею еще парочку посадить? Ну, пусть вот это здесь стоит, стреляет пока. Это мы все хватаем. Все, можем открывать свой бизнес. По продаже энергии. Все, этого будет достаточно. Это даже больше, чем достаточно. Давай, умирай, погибай. Пусть здесь два будет. Так и быть. А то еще дойдет, выиграет нас. Будет очень неприятно. Почему-то снизу никто не идет. Чего же вы? Давайте. Нападайте со всех сторон, неудачники. Все достаточно просто пока проходит. Все, теперь можем еще выстраивать один ряд. Этих горохострелов. Большая волна зомби. Меня это не страшит. У нас все под контролем. Мы совсем справимся. Преодолеем все трудности. Перестреляем этих говнюков. Они нам ничего не сделают. Они уже ничего не могут сделать. Кстати, надо проверить звук. Я немножечко убавил звук. Самую малость. Ура! Новая карточка. Взрывают всех зомби вокруг себя. Она достаточно дорогая. 150 стоит. На старт, внимание, сажай. Начнем с подсолнуха. Разумеется, куда без него. Они пока не нападают. У нас есть фора небольшая.
Ну, еще, давайте. Сейчас дело пойдет быстрее. Возможно, нам хватит 3 подсолнухов, я не знаю. Сажаем. Так, полтос есть. Еще чуть-чуть. Все, тебе хана. Но я не знаю, буду ли я использовать эту вишню. По сути, сейчас идет всего лишь один зомбак. Ладно, давай посадим еще. Если что, перепройдем. Так, ты тоже отправляешься в аут. Тебя здесь никто не ждет, ты никому не нужен. И тебя никто не любит, что самое главное. Ну, не расстраивайся. Очень скоро ты умрешь. И тебе не придется об этом думать. Все, этого будет достаточно, я думаю. Заспамлять тоже не стоит этими подсолнухами. Потому что места не особо много. Все, их идет все больше и больше. А я вот поставлю вишню, она будет ждать зомбаков? Или она сразу взорвется? Надо бы испробовать. Кучку бы зомбаков я бы проверил. Этот с защиты идет. Хорошо подготовился. Вы посмотрите на него. Ну и куда ты намылился, а? Свой лучший костюм, наверное, еще напялил. В честь такого события. Так. Ладно, пусть здесь тоже стоит. Вот, можно их подорвать сейчас. Но хотелось бы сначала поставить в левом месте, например, вот здесь, и посмотреть. Да, сразу взрывается, ему не важно, есть зомбаки или нет, я понял. Минус 150, ну ладно, это не важно. В принципе-то никаких проблем не было. Последняя волна. Уж лучше проверить это сейчас, чем потом, во время основной игры. Или это оно уже идет? По сути, уровень 1-3. Написано. Наверное, да. Просто здесь очень мало пока дорожек. Так, стена орех блокирует зомби и защищает ваше растение. Хорошо. Мы это тоже будем обязательно применять. Все, у нас теперь 5 дорожек. Сажай. Отлично. Теперь у нас больше места. Сможем посадить больше этих подсолнухов. Или, по крайней мере, они будут занимать не так много места. В любом случае, это плюс большой. Давайте, давайте, вырабатывайте. Зачем я вас сажал? Теперь зомбаки идут быстрее. Надо уже расстреливать его. Давай, погнали. Можно вот здесь где-нибудь поставить этот орех. Он будет преграждать дорогу зомбаку. Еще сажаем. Пока есть время. Возможно, стоило орех в другом месте поставить. Но ладно. Уже поздно об этом думать. Поздно сомневаться в своих решениях. Выбор сделан. Ставим. Все, он не сможет ведь сгрызть его. У него нет башки. Сажаем еще один. Ставим заранее здесь. Неправильно я сделал выбор, надо было сверху сажать. Но кто ж знал? Это все довольно непредсказуемо. Такая жизнь. Так, ставим. Этот, наверное, дойдет.
Мы ему до сих пор не сбили броню его. Блин, главное, чтобы он не начал грызть нашего друга. Ладно, орех справился. Все в него верили, он не подвел. Так, можно еще подсадить подсолнух. Остается всего лишь один. Все. Больше точно сажать не будем. Этого нам будет более чем достаточно. Уже скоро и уровень закончится. Ну и куда вы идете, неудачники? Вы же понимаете, что у вас нет никаких шансов. Так. Орех долго перезаряжается. Можно было бы их и подальше ставить, но тогда бы их начали раньше грызть. Большая волна зомби. Еще бы орешек. Надо было чуть подальше ставить. На одну клеточку. Ну давай используем вишню, так и быть. Почему бы и нет. Раз уж у меня так много солнца. Сюда поставим. Хотя это вовсе не обязательно. Сейчас они откинутся. Дохните, давайте. Лопата какая-то. Так. Позволяет выкапывать растения, чтобы посадить другие. Вот, круто. Привет, сосед. Привет. А я тебя... ожидал очень долго. Меня зовут Безумный Дэйв. Но ты можешь звать меня просто Безумный Дэйв. Слушай, у меня есть сюрприз для тебя. Но сначала тебе надо очистить лужайку. Используй лопату, чтобы выкопать эти растения. Начинай копать. А ты не командуй, пожалуйста. Ку-ку, а вот и сюрприз. Мы идем на боулинг. Вот, возьми этот... стена-орех. Почему я дал тебе стена-орех? Потому что я безумный. Давай, выиграй в боулинг. Так. Ладно. Пуляем сюда. А почему я не могу следующий запустить? А, он так и должен быть красный. Потому что он взрывоопасный. А я думал, он недоступен просто. Ну. Глупые зомбари. Вообще без шансов. Куда это вы претесь, а? Неудачники. Блин, вот сейчас мне нужны взрывоопасные. Вот сюда давай пульнем, потому что у него... защита есть. Не приближайтесь, пожалуйста. Ну давай, куда пальнуть-то? Сюда. Взрывоопасный, давай. Один сдох. И вот взрывающийся мне выпал. Ну зашибись. Пришлось его сейчас использовать. Этот тоже достаточно мощный. То есть он перекатывается. Не всегда туда, куда нужно, правда. Где красный? Вот красный. Большое спасибо. Но этого мало. Нет, этого мало. Куда? Боже. Рука-лицо.
Просто, чуть было не облажались. Красненький, дайте мне красненький, я его пульну на центральную вот эту линию между ними. Оба-на! Не ожидали такого поворота? Мина! Картофельная взрывается при контакте, но на зарядку требуется время. Ладно, продолжить. Сейчас будем использовать мины. Вот этот говнюк перепрыгивает орехи. Я так думаю. Так, у нас пока есть время, поэтому сажаем подсолнухи. Давай, давай. Надо как можно больше успеть посадить. Идет говнюк. Можно было бы его подорвать. Но нет. Или да. Быстрей. Если что, взорвем его. Если он не будет успевать. Взорвать может? Поздно я как-то поставил. Все, 5 есть. Это хорошо. Слишком близко я его поставил. Ну ладно. Можно еще один орех здесь поставить. Но этим мы займемся потом. Пусть еще один подсолнух будет. Здесь орешек. На другие ряды они пока не идут. Но надо их уже засеивать. Как следует, иначе потом... мы влипнем по полной программе. Так, сажаем. Мне нужен орешек. И гороха стрел в придачу. Ну. Все, этот сдох. Идет вот этот болван. Его можно и взорвать. А он перепрыгивает мины. Но зато он свою палку профукал. Везде свои плюсы. То есть она на один раз. Я думал, он постоянно сможет ей пользоваться. Блин, сейчас начнет грызть нашего пацана. Не смог. Не удалось, не фартануло. Тихо. Давай, прыгай. Так и быть. Так и быть, умеешь уговаривать. Наверное, этого достаточно будет, в принципе. Вот сюда можно еще орех воткнуть. Я опять их посадил не там, где надо. Надо было чуть дальше их ставить, чтобы можно было без проблем расширяться. Последняя волна. А он может на мину прыгнуть? А он ее ест. А, ей нужно время, чтобы вырасти, да. Да-да-да. Нельзя просто под него ее воткнуть и все. Замораживающий. Стреляет... ледяным горохом повреждает и замедляет врагов. Продолжить. Так, хорошо. Они уже на пороге. Мы их не пропустим, разумеется. Не дадим им ни единого шанса. Может попробовать не ставить два ряда подсолнухов,
Может, мы справимся и с одним? На подсолнух мы тратим 50. То есть, если мы его не поставим, я не знаю. В принципе, у меня и так все было супер, поэтому будем ставить два ряда, пока это работает. Это мы размещаем здесь. Именно здесь я и хотел их ставить. Пусть он лопает, этот орех. Ему все равно. Он улыбается. Смерть его не страшит явно. Заряженный парень. Так, пока все идет замечательно. Все идет супер. Все хорошо. Ну, солнце. Ставим орешек. Сейчас надо уже ставить орудие. Мины я не знаю, использовать, не использовать. Стреляй. Все хорошо. Все замечательно. Солнце. Так, вот здесь нет еще пушки. Ну все. Защита есть везде. Осталось поставить орехи. Нарастить мощи и все. Все. Неубиваемая армия готова. Свой двор мы защитили. Вот этого можно ставить замедляющего еще одного. А то разбежался он. Давай дохни. Индюк, блин, глупый. Будем его ставить в центр. Все, а подсолнухи мне не нужны. Здесь у нас две стадии какие-то, видимо. Блин, орех так долго перезаряжается. Кошмар. Все, финальные мы поставили. Осталось совсем немного. Приложить усилий. А вот эти синие, они долго перезаряжаются или нет? Я внимания не обратил. Большая волна. Куда тебя воткнуть-то? Пусть здесь стоит. Потому что везде стоит по два, а здесь одно растение. Стреляющее. Да нет, достаточно быстро перезаряжается. Они у меня справляются, они у меня молодцы. Все хорошо, все отлично. Застреляли их. 75. Сотня. Все, осталось посадить. Только вот это и все. Изи победа. Я не знаю, можно еще по орешку поставить. Куда-нибудь вот сюда. А там уже внутри размещать мины, например. Или еще какие-нибудь стреляющие растения. Или все же мины. Давай посадим здесь мину. Ну, у этих неудачников вообще ни одного шанса. Им просто конец. Надо было снизу ставить, блин. Ну ладно, он не добежит, наверное. Сам по себе-то он не сильный. А достаточно слабый. Но орех реально обалдевший. Еще один бежит. На той же линии.
Там же только что умер твой товарищ, ты чего? Не понял фишки. О, скоро конец. Тысячу накопили. Здесь без шансов. Большая волна зомби. До этого тоже были не маленькие. Вот что я могу сказать. Этот минус. Неудачник, сам виноват. Сам туда запрыгнул. Гасите их. Парни. Блин, жаль, здесь нельзя прокачивать эти растения, чтобы они сильнее были. Новое растение пожирает зомби целиком, но уязвим во время оживания. Продолжить. Это наш дом. Выберите ваше растение. По-любому берем это. Насчет мины я не уверен. Вот это можно попробовать. Ну, бомба. Не знаю. Как бы вот это растение, оно нормально. Но его могут слопать. А вот это на один раз вообще. Ну, давай мину возьмем. Поехали. Также все будем расставлять. Так, одно есть. Растение. Ставим второй подсолнух. Давайте. Самое сложное на старте всегда. Потом уже как по маслу идет. Еще одно. Солнышко. Все, ставим быстрее. Еще подсолнух. Надо еще один поставить для начала. Все, 5 есть. 5 есть. Первым делом надо оружие расставлять. Но раз пока никто не идет, займемся подсолнухами. Ой, подсолнухами наоборот, гороха стрелами. И подсолнухами. Я запутался. Так. Так. Хорошее начало. Никто нам не угрожает, по сути. Все. Как-то даже легко идет. Я не знаю. С чем это связано? Надо было орешки ставить. Потому что они очень долго перезаряжаются. Ты чё, обалдел? Козёл, он дошёл. Совсем обнаглел. Берега попутал. А может вместо орехов поставить это растение, живун? Ну давай поставим, просто чтобы посмотреть, стоит ли его брать в дальнейшем или нет. Так. Пока все супер. Никто не прошел. Никто не дошел. Всех мы побеждаем. Растений нет, пока стоит. Блин. Не там! Ну ладно. Пусть стоит чуть подальше.
Там тоже, в принципе, неплохо. Значит, одним больше будет. Хватит есть этот орех. Он же живой. У него тоже есть чувства. Он хочет жить. Конечно, он, судя по всему, немного отсталый. Умственно. Но что поделать? А здесь прыгунов нет. По сути, можно было бы поставить орех. А потом вот это растение. И получалось бы как раз так, что он прыгает. Ему в рот. Ну, в общем, я не буду, скорее всего, это растение брать. Меня оно не зацепило. Не впечатлило. И мины я не использую особо часто. Вот это уже поинтереснее. Стреляет двумя горошинами за раз. И стоит в два раза дороже. Это ваш дом. О, теперь будут прыгуны. Наберем это, вот это, вот это, вот это. Ну и пусть мина. Или вот это пусть будет, ладно. Раз здесь будут прыгуны, испробуем свою тактику. Потом можно будет вот эти обычные заменить на вот эти. На скорострелы. Так. Так. Все, не надо паники. Сейчас мы всех раскидаем. Давайте. Солнце. Все, ему хана. Он не должен успеть дойти. Скорее ставим новый подсолнух. Еще один. 5 есть. Это хорошо. Теперь все пойдет намного быстрее. Пока они не особо быстро идут и пока их не особо много, можно развиваться. В пользу подсолнухов. Потом зато у меня будет много этой энергии, много солнца. Не будем вообще кайфовать. Бед никаких у нас не будет. Будем раскидывать. Так, надо было подсолнух поставить. Орех. Пусть стоит здесь, ладно. Чуть подальше. Почему бы и нет? Блин, давайте еще одно солнце, и я сразу двойной поставлю. Все, в принципе, можно и на двойной сразу копить, я не знаю. Или лучше те поставить. Но двойной это сразу как два. Вот в чем суть. Замораживающий пусть будет вот здесь. Потому что там пока ореха нет. Так, вот здесь тоже пусть замораживающий будет. Чтобы хотя бы их замедлять. И вот здесь. Отлично. Ну все, у них уже никаких шансов нет. Можно сказать, мы их победили. Сразу буду копить на двойные. Чтобы не заменять их. Так. Так. Ты чего выпендриваешься? А ну дохни. Умник, блин. Орешек. Большая волна зомби. Я понял.
Здесь нет орешка. Поэтому у нас самая сильная линия это нижняя. Блин, или наставить этих лохов. Ладно, давай подстрахуемся, может, или не стоит. Главное терпение. И не паниковать. И тогда мы справимся со всем. Внизу нет ореха. Все, мы под защитой. Стреляйте, стреляйте. А где эти с палками-то? Вроде еще ни одного не было. Или я просто внимания не обращал, и они дохли. Заранее. Ну, вот один бежит. Только вспомнил про него. Но он, видимо, не добежит. А нет, добежал. Вот такой сюрприз для него здесь будет. Прыгай, не стесняйся, голубчик. Так, тебя выкопали, посадили тебя. Почему с палкой бежит в одном и том же ряду? Он обалдел, что ли? Немножечко. Берега попутал, видимо. Все. Нет, не все. Еще одна волна зомби. Так. Ну все, теперь точно их можно заменять. Смысла, конечно, нет. Потому что сейчас уже будет конец. Но... у меня такая возможность есть. Это самое главное. Записка какая-то. Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Вы нашли записку. А вот здесь, кстати, есть помощь. Здесь написано «Помощь для игры». Когда появится зомби, просто сидите и ничего не делайте. Вы выиграете, когда зомби доберутся до вашего дома. Эту часть помощи написали зомби. Ладно, вот такая вот игра. Думаю, на этом можно закончить, а продолжать дальше мы будем уже в следующий раз. Пока.